Итак, всем привет. Мы купили слона Джуну. Джуну. Ну, видно, что Джуну. Мой бэби слоник. Короче, мой маленький слоник. Ребеночек слоник. Что у него тут есть интересного? Сейчас мы его вскроем и посмотрим. Вот какая большая упаковочка. Ой. Он сам открывается и хочет наружу. Да, он тут так, конечно, замудренно сидит. Вот он какой. Тут еще была коробка. Была здесь, да, было отверстие, да, коробка. Даже не коробка, а, видимо, чтобы он просто... Подержи коробку. Чтобы он просто не шатался. Так, вот он сам слоник. Ой, какие у него глазки. Прям он что-то просит. И еще у него в комплекте есть вот такой мышонок. И это орешек. Арахис, да. Он будет, видимо, им жонглировать и кушать. Так, коробочку отодвигаем. Вот он сам слоник. У него мягкие ушки красивые. Как будто шелковые. Ну, естественно, здесь у него, наверное, все-таки какой-то каркас есть, чтобы уши шевелились. Мягкий чупик. Такой, да, розовенький. Чуп. Вот у него какие ушки. Так, слон. Ой, слон. Не слон, а хобот. Уши, правда, такие висячие. А что у него одно ухо упало? Он вот так он должен. Смотрите, как он умеет закрывать глазки. Слушай, прикол. Раз, я спрятался. Он даже улыбается. У него он сделал так, что он уже улыбается. А, у него есть татуировка. Листочки. Что у него еще есть? Кнопочка. У него есть кнопочка. Посмотрим, как она потом работает. Хвостик, который, видимо, тоже шевелится и крутится. Так, что еще есть? Так, что-то у него одна нога запала. О, о. Так, а тут у него тоже какая-то, по-моему... Какой-нибудь сенсор, наверное. Так, него надо перед тем, как его включить, конечно же, ой, вставить вот сюда батарейки. О, у него даже на ножке написано Джуну. Сейчас батарейки вставим. Джуну. Нет, не Джина. У меня он будет Джуна. Так, сейчас ставим 4 батарейки АА. То есть пальчиковые. И включим его. Что у него внутри шло? Значит, внутри шла мышка. Все цепляется к хоботу, естественно, мышка. Когда будет им играть, у него в хоботе есть 2 магнита. Есть на мышке 2 магнита. И на орешке 2 магнита. Вот это все шло в комплекте. Есть инструкции. Есть, видимо, карточки. У нас когда-то была собака Зумер. Да, у нее тоже были такие же карточки. Помнишь? Да. Что тут можно делать? А что тут, кстати, можно делать? А, ну да. У него, короче... Дай мне его сюда, пожалуйста. Поставь его. У него, видимо, есть сенсоры. Вот. У него есть сенсор. Вот здесь вот. На голове. Вот. Даже на картинке показано. Потом, я думаю, хобот, наверное, можно гладить. А может быть, просто написано, что это голова, щеки. Ну, а что бы тогда щеки? Видимо, щеки, я думаю, тоже можно трогать. Так, а для чего вообще эта карточка? Так, ты думаешь? В карточке написано, когда включишь меня, обязательно переведи выключатель в положение «вкл» на днюрочку. Лучше всего я перемещаюсь по плоскому ковру. Какому? С коротким ворсом или паркет. Ну, короче, надо гладкую поверхность. Да. Паркет, стол. Он будет перемещаться, что-то там делать. Я не люблю плавать. Пожалуйста, держи меня обязательно вдали от воды. Короче, мочить его не нужно, иначе он не будет работать. Так, режим ласки. Интересно.
Так, режим ласки. Интересно, интересно, интересно. Вот у него здесь вот хоботу цепляется орешек, либо мышка. По щечкам его, да, можно гладить. То ли по ножкам, то ли по хоботу, то ли по щечкам, по спинке. Короче, посмотрим. А тут что? Тут, наверное, просто русского языка нету. Да, здесь другие языки, кроме русского. Head, cheeks. Здесь английский, чешский, еще какой-нибудь. Так, сейчас мы поставим ему батарейки. Да, батареечки. 4 штуки. Включаем слоника. Ну да, нифига себе, моему места тут мало. Тебе мало места? Слоник. Блин, какой он громкий. Ты видишь, он начинает как... Ну-ка, мышка. Такой резкий слоник, знаешь, мне кажется, он долбанет и полруки не будет. Мышку, мышку ему дали, мышку. Вау. О, блин, капец. Мне что-то страшно. Давай его поближе. Хорошо, что так... Ну, он уже слон, конечно, да. Я его понимаю. Ой, я даже забыла свет включить. Господи. Давай. Слоник! А что у него это за круг? Боже мой, какой неаккуратный! Что он делает? Ну-ка, еще раз. Да. Мне кажется, он орешек хочет. Что-то он говорит, не знаю что. А давай я тебе орешек дам. Оп, 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 оп. Слушай, как страшно жить-то, а? Я не знаю, для кого эта игрушка, до какого возраста? Игрушка какого возраста? 5, да? Сразу предупреждение, может кинуть игрушку, орешку и мышку в глаз. Ну-ка, если так. Он у меня как-то в камеру полностью не входит. Сразу видишь, какой становится. Спит, что ли? Громкий сломик, громкий. А что он спит? Спит. Спит? А как его разбудить? Что нужно сделать, чтобы он снул? Думаешь, по ножке помогать? Mm-hmm.
Я думаю, что хорошо, у него есть выключатель, да? У Ферби, например, выключателя нет. А что, если ножку потрогать? Сейчас у меня ее кинет. Ты меня напугал. Кошмарный слон. На вешку, на. Да. Ну он же бэбик, он ребенок. Не понимает, что он делает. Орешку кинул в глаз и все. Я думаю, да, надо сначала прочитать инструкцию. И посмотри, что он там должен делать. Видишь, он устал, спать лег. Хорошенький такой. Что у него тут есть интересного? Есть хвостик. Не опасный. А вот хобот какой-то опасный. Чубчик вот какой прекрасный. Он какой чубчик. И чубчик есть на хвостике. Спрятался? Нет, он главное закрыл свои глаза. Спрятался. Хобот подвернул. Все, в натуре он спит. Ей нравится рассматривать хобот. Смеяться и делать смешные звуки. Ну, да. Это мы уже поняли. А глазки открыть, читай. Ну, прикольная игрушка, конечно. Хорошо, хоть у нее ушки мягкие. А прикиньте, если бы он был такой, как хобот. Знаю я. Его, наверное, за щечку не потрогаешь. А еще разочек? Не-не-не, нам, пожалуйста, еще дискотеку. С чего он стал петь? О! Ничего себе! Какой молодец. Ну-ка дай ему еще раз мышку. Вот. Я думала, он с мышкой должен играть. Нет? А, давай ему еще раз преподнесем, поднесем мышечку. Опять он начинает. Он поет и играет, когда ему дают мышку. Ну, давай. Вау. Мне кажется, он сейчас со стола упадет. Да, он с мышкой играет. Начинает. Блин, сверху что ли его поснимать? Он такой...
Где твои глазки? Ой, капец. Просто милашка. Детям, наверное, очень понравится, да? Ну, он реально милашка.